Приветули, лопатули, мои хорошие! Соскучились за мной? А я за вами очень-очень! Ну что, впереди нас ждут новогодние праздники! Надеюсь, вы уже заказали подарочки себе на Новый год! Ха-ха-ха! Так, ребят, я, если честно, еще не заказывал, даже не думал над этим! А вот знаете, насчет чего я переживаю? Насчет того, что у меня дома появился маленький котенок! И он такой проказник, что я просто боюсь ставить елку себе, потому что она разобьет ее со всеми игрушками. Просто будет жесть. Так, ребят, ладно, это отступление. Сегодня у нас в эфире вот эти два проказника. Это, ребят, Скэри и Робер. И они забрались в мой дом. Зря они это сделали. Да, родители поехали в отпуск и оставили меня одного дома. Прикиньте. Да, я уже взрослый и могу оставить... Эй, ты чё? Блин, а, ребят, они меня поймали. Так не должно было быть. Гля, гля, он сейчас кулаками меня бить начнет. А ну отвали, противный. Я просто к другу пришел. Ребят, я не признался, что я здесь живу, и они меня отпустили. Но вообще, это грабители, которые пытаются ограбить мой дом. Я им этого не позволю сделать. Смотри, какие усы у этого кудряшки. Видишь, какой... Так, возьмем клей, ребят, сейчас мы их пранканем, сделаем пранк над ними, над этими упырями, упырчатыми. Вы видели? Они, кстати, похожи. О, точно! Ребят, они же похожи на этих самых злодеев из «Один дома». Скажи, реально, этот маленький в этой кепке один в один злодей из «Один дома». Капец, ребят! Я раньше этого не замечал, вы представляете? Вау, круто! Так, что они хотят с моими барабанами сделать? Нифига у вас не получится, придурки. Я сейчас сделаю вот так вот. Чирик. Так, главное, чтобы не поймали меня. А-ха-ха-ха! Посиди там! Я же, как мне выбраться, я не понял. Кто меня закрыл, не могу понять. Я замерзну, друг мой. Да, ребят. Я устроил им настоящую взбучку. Передурки, посидите и подумайте над своим поведением, а я вызову полицию. Ха-ха-ха! Вот так! Сидите, сидите! Конюхи малолетки. Как, против кого? Против кого вы рыпались? Да, ребят, я победил. Давайте посмотрим, как меня они ловили. Да, я же обрезал все уже, ребят, но... Эту миссию не так-то легко было пройти. Они меня несколько раз ловили, эти засранцы. Ладно, сегодня я буду играть не только в эту игру, а еще в Scary Stranger and Scary Teacher. Да, это злые-злые соседи. Люблю, честно, вот мне нравится играть в эти игры. Смотрите, сколько уровней мы уже прошли. О, дядя пчел. Дядю, сейчас покусают пчелки. Смотрите, ребят. О, бреюсь, бреюсь я. Скоро Новый год. И мести ко мне зайдет. Пчела, а ну отвали отсюда. Фу, ненавижу пчел. А ну отвали, отвали, пчела. Спасите, караул. Так, главное, чтобы мести меня не заметила, как я боюсь пчел. А то подумаешь, что я совсем не мужественный. А я очень и очень мужественный. Ну, вы же меня знаете. Так, ребят. А наша задача пранкануть его. И мне хочется, знаете, какой пранк сделать? Мне хочется сделать ему так, чтобы эти пчелы искусали его в бешеную морду. Очень-очень сильно. Так, не знаю, зачем мне эта лестница, но посмотрим. Зайдем на кухню. Так, 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 что мне понадобится? Спички. И... Оу, ножик! Возможно, возможно... Ребят, я его могу просто подчикать ножиком. Не-не, у нас же не такая игра, мы никого не убиваем. У нас просто пранк, ребят. Нам надо мед найти. Мед и подсыпать ему в его пенку для бритья. И тогда прилетят пчелки. И списать его. Вот это будет весело. Оу, ребят, кажется, он заметил меня. Не-не-не, потерял, потерял. Так, мои хорошие, заплюшишь. Ты чё? Как он тут оказался? Я случайно! Я ошибся дверью! Я вообще так мести шел! Дядя Стрэнджер! Отвали! Ребят, короче, помогите собрать под этим роликом 1000 лайков! Кто еще не поставил лайк, ребят, сразу влепи! Чикаем, чикаем! Блин, обратно меня! Пока с вами разговаривал, ребят, он меня заметил. 1000 лайков хочу под этим роликом и кучу-кучу комментариев классных от вас. Поэтому не стесняйтесь. Кто еще, кстати, не подписан на
мой канал, обязательно подписывайтесь. Смотрите, устроим сейчас пожар, разгоним всех пчел и возьмем у них немножко меда. Я взял не немножко меда, ребят. Я взял целый дом. Целый дом взял у этих пчел. Сейчас. Смотри, смотри, смотри. И чё? Блин, а, ребят, я разрушил. Смотри, я перекрутил на мясорубке. Блин. Перекрутил на мясорубке ихний домик с медом. Теперь покрасим в белый цвет. И сейчас этот стрейнджер придет брить свою бородку. Он каждый день ее бреет. Капец, ребят, вот это да, вот это пранк. Я представляю сейчас, как пчелы искусают его. Вот это будет веселушка. Так, заходим в ванную. Ага, вот его пенка для бритья, ребят. Сейчас мы туда зальем ее. Опч, опч. Все, покрасили в белый цвет, ребят. И теперь надо убегать. Можно под кровать запрятаться. Не, я хочу видеть это. Блин, куда же спрятаться? Ладно, ребят, смотрите. Я нашел укрытие. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет жесть. Ставьте лайк, быстрей. Смотри, смотри. Ля-ляй, ля-ля-ляй. Вмести, я собираюсь к тебе. А, это что такое? Мама, мама, спаси. Пока-пока, пчелки. А, вы что, с ума сошли? А, искусали его рот, ребят. Они искусали его весь рот. Капец, ребят, я прошел этот левел. Yes. Так, давайте еще сыграем с вами вместе. Смотри, смотри, она тоже готовится на свидание к стрейнджеру. Идет жопу свою помыть. Ну ладно, ладно, может подмышками. Мне, наверное, подмышками очень воняет, ребят. Она, наверное, фу, такая вонючая-вонючая. И думает, встречусь я со своим соседом, я должна ж пахнуть красиво, вкусно пахнуть, тогда выглядит чё, чики-пуки. Чтобы свидание прошло, понимаете? На ура. Ладно, ребят, мы ее сейчас пранканем. Все для пранка сейчас подготовлю. Смотри, смотри, смотри. Ой, сейчас будет весело. Я немножко, ребят, ускорил это все, чтобы не мучить вас. Но свиданочку я им испорчу. А-а-а! Скери Стрэнджер и Мисти больше не увидятся. Ну, пока что. А-ха-ха-ха-ха! Смотри, смотри. Блин, вот эта красотка будет, ребят. Она сейчас лысая будет. Вся. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Ставьте лайк, ставьте лайк, ребят. Давайте 1000 лайков под этим видосиком. Смотри. Оу, мазафакер. Что это? О май гош! Капец! Учи меня не будет любить лысой! Все! Все пропало! Все пропало! Ах ты, Вадька, тварь такая! Где ж тебя найду? На кусочки изрублю тебя! Да, ребят, вот такой я вот кадр. И любим мы пранковать. Ну, я люблю пранковать, а вы любите смотреть, да? Как пранкуют вместе. На этом сегодня все. Ставьте лайкосики, пишите много комментариев, я буду читать и увидимся с вами.